В здоровом теле здоровый дух. Когда что-то не так, организм посылает нам сигналы. А мы, в свою очередь, должны вовремя распознать симптомы и принять меры. Сегодня вы узнаете о 10 симптомах того, что ваши почки в опасности. А перед началом подпишитесь на наш классный канал, вы не пожалеете. А это лучший комментарий. Оставляй больше крутых комментариев, чтобы попасть сюда. Высыпание и зуд. Когда работа почек нарушается, в крови человека начинают накапливаться токсины, что может стать причиной появления акне. Борьба с прыщиками не принесет результата, если причина кроется глубже – в почках. В этом случае нужно начать с очищения почек. Также может возникнуть неожиданный зуд. Он как будто идет изнутри. Это довольно неприятное явление. Зуд возникает из-за того, что почки не могут избавиться от ненужных организму веществ, и они накапливаются в крови. Отеки. Из-за сбоя в работе почек они не могут удалить из организма лишнюю жидкость. Это приводит к отекам на лице, животе, руках и ногах. За ночь в крови накапливаются ионы натрия, нарушая белковый состав мочи, поэтому особенно сильно отеки проявляются по утрам. Также отеки могут происходить из-за нарушения регуляции водно-солевого обмена, ведь соль задерживает влагу. При заболеваниях почек отеки подвижны и равномерно распределяются под кожей. В первую очередь они появляются на лице и стопах. Не забудь поставить лайк, чтобы не потерять это полезное видео. И поделись с друзьями, чтобы они не пропустили эти тревожные симптомы. Изменения в моче. Изменения в моче могут быть ранним признаком болезни почек. Особенно если вам приходится вставать несколько раз за ночь по необходимости сходить в туалет. Однако результат всего несколько капелек. Острая боль при мочеиспускании говорит о наличии инфекции. Если с ней вовремя не справиться, инфекция может дойти до почек и здорово усложнить вам жизнь. Кровь в моче сигнализирует о наличии серьезных проблем, связанных с мочевым пузырем. А пена в моче также является симптомом повреждения почек. А вы заметили у себя один из симптомов? Напишите в комментариях. Надеемся, все хорошо. Металлический привкус во рту. Металлический привкус во рту, а также аммиачный запах изо рта также может быть симптомом болезни почек. Вы можете потерять аппетит из-за того, что вся еда по вкусу будет напоминать металл. При заболеваниях почек продукты обмена скапливаются в крови и частично выделяются через органы дыхания. Отсюда появляется неприятный запах. Тошнота, отдышка и головокружение. Когда почкам не удается вывести отходы из вашего тела, они накапливаются и выходят сами в виде рвоты. Некоторые отходы скапливаются в легких и дыхательных путях, блокируя приток кислорода. Этот процесс приводит к отдышке и головокружению. Из-за этого вам не хватает концентрации и энергии. Постоянная тошнота, рвота, отдышка и головокружение являются спутниками проблем с почками. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, и смотрите наши предыдущие интереснейшие и полезнейшие ролики. Кликайте прямо сейчас, почему бы и нет. До скорого!